Мотор, я так понял, для покраски, что ли, мы безводный. Так, смотрим. Ну, тут все в красноте. Это значит Так, схема. Тут заготовочку. Тут вот две катушки намотаны. Последние две секции. Можно найти. Где самый конец этих катушек? Самое последнее, что под крюками оставлялось. А это обычно везде в крюки заходит и выходит. В принципе, один и тот же провод. А самый конец, он же есть и самое начало. Тут нужно через увеличилку или еще как-то посмотреть вот по этим расположениям проводов. Вот, судя по всему, вот я его даже своими глазами уже вижу, что вот тут вот вроде как конец есть. И должно быть тут два провода. Вроде есть два провода. Вот я его поднял. Вот он. Но он лежит. Он с той стороны. Петляет этих. Так. Вот тут стоит. Как раз. Начинал считать 32 ламели. Вот отсюда я его поднял, я его загнул, это самое начало, вот отсюда. Теперь отсюда же найду так симметричное место, вот это вот. Крюки пока нужно сохранять, потому что коллектор может пригодиться. Он вроде живой, можно его использовать. Также поднимаем этот вывод. Вот тут уже потекло с обмотки.
Ага. Повезло. Вообще говоря, везение из продукта умения. Вот он. Он заходит в этот паз. Но он отсюда. Зачем было петли вязать? Ну, они тут крюки обвязывают. Им так технологичнее и удобнее. То значит, с этого паза. Раз, два, три, четыре. С этого паза. Раз, два, три, четыре. Вот идет сюда. А дальше куда идет? На третью или на пятую ламинку? Что, отгорело вовсе все, что ли? Есть еще и это. Она также сюда зашла. Просто на той стороне было легче поглядеть. Да что такое? Надо искать. Вот видно плоды этих оборотов. Вот. Вот она тут же отгорела. Ага. Но она пошла с крестиком тут, я это называю, на пятую. То есть та сторона отгорела, что ли, извиняюсь. Да такая же херотень. Они тут специально, по-моему, закручивают, чтобы, ну, как начало гореть, так выгорело все кибенем, и ничего было непонятно. Так. Вот это последняя секция, это предпоследняя секция с этой стороны. И вот она отсюда звонится, минимум сопротивления. Вот, практически ноль.
Это значит, что из этого паза пришло вот сюда, на эти ламели. Значит, первая половинка этой секции. Так нехорошо. Пошла вот так. Раз, два, три, четыре. Тут это, хоть и ключ есть, где он тут ключ? Хвастался, что ключ есть. Да. Его можно так поставить. А можно так поставить. Будет в другую сторону крутиться, как тут у одного. С беговой дорожки. Разбирал сам. Никаких меток не поставил. Тут тоже ни хера ничего не поставил. Единственное, что тут можно сообразить, что вот тут налито, блин. С этой стороны налито или с какой стороны налито? Вот будет опять. Дым из ушей пускать от перенапряжения. Почему в другую сторону крутится? Хозяин. Кто разбирал, блин. Так, диаметр и число витков посмотрю в пазу, а то они хитрованы, блин. Норовят в конце поменьше виточков накидать. Попробую выжечь. У меня там бензина, правда, нету на паяльной лампе. Вроде. Не выходит отсюда. Выдрачивать ножовкой не надо. Нагрел маленько. Теперь тут надо посчитать витки и диаметр посмотреть. Так, диаметр 0,4 и 116 виточков делить на 4. Так, диаметр 0,4,
116 нужно делить на 4. Так, тут 2, 8, 36 на 4, 9, 29. Тут 29, тут 29.
Так, провод взял 0,45, хороший термостойкий. Шаг 1,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пришпан 0,15, обклеил скотчем, чтобы не так прорезало, не перепутать. Мотать на себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Отвод. Начало короткое, отвод, еще 29. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Конец длинный. Надо глядеть хотя бы предварительно. Влезет, не влезет, влезет. Сюда же еще 29 плюс 29. Теперь симметрично с этой стороны. 10 раз проверить надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 29. Прижать тут. Это то, что самое первое было. Это я уже тут намотал. Тут теперь отсюда нужно намотать симметрично этой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Вот это не есть хорошо. 10.
Ну и так дальше до 29, потом отвод, потом еще 29. И по кругу. Теперь вода есть везде, на всех пазах, кроме вот тут и вот тут. Значит, надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот последняя намотана, опять так же. 1, 8, 29 плюс 29. Для этого надо, чтобы легче ложилось. Также приминал и все остальные предыдущие намотки. И также 29 плюс 29, и потом с этой стороны все то же самое. Раз. Два. Три. Ну и до 29 отвод, и еще Раскручиваю первую попавшуюся спрутку. Вот с этого паза. Вот он, этот паз. Средняя идет на четвертую. Начинаем отсюда считать. 1, 2, 3, 4. Длинная, вот она из того паза, с дальнего паза, пойдет на пятую сюда. Короткая на третью. Из следующего паза будет счет. Это будет пятая длинная. И так по кругу.
развожу смолу. Задубела смола. Тут почистить, тут проточить. Крепежных винтов-то нету, чудик. Будем делать с гвоздей. Если хозяин туповатый, посчитаем заодно. Поехали. Амперметр по переменке включен. Это диод. Ему надо постоянку. Латер у меня тут от нуля. Вот так закрутился. Видно там, нет? Видно. Начинаю поддавать ток уже 150 миллиампер. 100 вольт. Ток до 0,5 ампера. Вот 220. У него оборотов-то немного, 4-5. Пол ампера без нагрузки. Он ампер до 10, до 10 много, провод 0,45, 0,4 даже родной. Это где-то у него 3-4 ампера. Самое главное, ток нормально. Вот на 220. Надеюсь, видите, нет там никаких искр и всего остального. Все, починил.